Те задачи, которые мы ставим перед собой в рамках реализации программы развития АПК в области, это как увеличение производства продукции, так и технологическая модернизация, с тем, чтобы наши производители имели все конкурентные преимущества и были абсолютно конкурентоспособными по сравнению с их соседями, с других субъектов, с других регионов и других стран, и с тем, чтобы наша продукция Тюменской области она была абсолютно конкурентоспособна по сравнению с любой продукцией, любой субъекта, любой страны мира. По показателям роста производства продукции на душу населения мы каждый год постепенно прирастаем. И вот на слайде представлена то есть, потребность и в рациональных нормах потребления на человека, и сколько мы производим, какие по некоторым позициям мы в несколько раз наше производство превосходит рациональные нормы потребления населения. Но если говорить за Российскую Федерацию, то вот по основным таким показателям, которые установлены в доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, это обеспеченность молочными продуктами и мясными, то, вот, например, за 2013 год по России обеспеченность молочными продуктами составляет 76,6%, а по мясу и мясопродуктам 75,5%. В то время как доктриной установлено, что по молоку обеспеченность должна быть 90%, а по мясу 85%. Вот если мы посмотрим на обеспеченность по Тюменской области, то мы видим, что у нас более 100%. И далее на слайдах я уже неоднократно и здесь, в этом зале, демонстрировал наши проекты, которые сейчас реализуются, которые позволят нам эти показатели еще улучшить. То есть обеспеченность будет еще выше. Но, сами понимаете, имея обеспеченность, например, там, по яйцу в 3 с лишним раза, да, понятно, что производится вывоз продукции за пределы субъекта.